The following is a lecture given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on March 14, 2014 in Sridham, Mayapur, India. The talk begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 5th canto, 13th chapter, verse number 10. The Srimad Bhagavatam lecture was given to the Russian devotees at the Russian Pandal with Russian translation. Maka Kroti Rajana Pangolangaya Tegan Yatki Dhata Mahantmande Sigurantinam Paramahananda Madhavam Sri Chaitanya Isram. Srila Prabhupada wanted that the whole world be Krishna conscious. Srila Prabhupada хотел, чтобы весь этот мир стал сознающим Кришну. He wanted that people become absorbed in Krishna's holy name. И он хотел, чтобы все люди этого мира погрузились в воспевание святого имени Кришны. And now is the beginning of the golden era predicted by Lord Chaitanya. И сейчас мы с вами находимся в самом начале золотого века, наступление которого было предсказано Шри Кришна Чайтаньей. By Lord Krishna, as well in the Brahma Vaivarta Purana. Также наступление золотого века предсказал сам Господь Кришна в Брама Вайварта Пуране. So, because only a small amount of people will live in the temple. И поскольку только небольшое количество преданных могут жить в храмах. This was told to me by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada однажды сказал мне. In 1969. Это был 1969 год. So how to engage all the people who are living at home? Он сказал, что мы должны занять служением всех людей, которые живут у себя дома. So that's where program like the Bhakti Riksha groups come in. И вот это желание Шрилы Прабхупады и есть та причина, по которой мы разрабатываем такие программы, как программа групп Бхакти Врикша. That the Bhakti Riksha trains the people to be service oriented and to be expressive. Потому что Бхакти Врикша, она меняет людей, она дает им вкус, и она вовлекает их в служение Кришне. What potentials can be realized? Какой потенциал можем мы реализовать в этом? Is open-ended. То есть фактически нет предела этому потенциалу. And His Holiness Bhakti Ananda Goswami is showing us how the Bhakti Riksha devotees can be engaged in dynamic ways. И вот Его Святейшество Бхакти Ананда Кришна Госвами Махарадж сегодня уже показал нам пример того, как преданные Бхакти Врикш могут быть очень динамичным образом заняты в миссии проповеди. Bhakti Riksha groups
help the people in their homes to take responsibility. И группа Бхакти-врикша помогает людям, живущих у себя дома, принять на себя какую-то ответственность в этой миссии Господа Чайтани. The Gopal Bhatta Goswami said the Grihastha Ashram is the responsible ashram. Гопал Бхатта Госвами писал, что ашрам грихастхи означает ответственность. So, they already know about responsibility. И вы все, конечно, уже знаете об ответственности. They're responsible to their spouse. Преданные грехастки, они ответственны перед своими супругами. Responsible to their children. Они ответственны перед своими детьми, to their relatives, перед своими родственниками, to their work, перед своей работой, to the tax man, перед налоговыми службами and many other responsibilities. И много еще других видов ответственности есть у семейных людей. They're also responsible for their spiritual life. Но также преданные грехастки ответственны и за свою собственную духовную жизнь. That's what makes a human being special over animals. Именно эта ответственность и отличает людей от всех других форм жизни. So, here you have hundreds, even thousands of devotees who are dedicated to Krishna consciousness. И у нас есть сотни и тысячи преданных, которые посвящают свою жизнь сознанию Кришны. The regular program is cultivating and helping other devotees. И их постоянным служением является заботиться и взращивать других преданных. But to engage in some big festival like this. И также они могут организовывать вот такого рода огромные проповеднические фестивали. Well, inspire them further. И этим еще больше вдохновлять людей. And help them to understand what the real purpose of Krishna consciousness is. И они могут помогать людям понимать, в чем же истинная цель сознания Кришны. In one program, there's a lot of interaction. In one program, there's a lot of interaction. Программа Бхакти-врикша сама по себе включает в себя очень много общения между ее участниками. Ice breaking. Там всегда есть ломка льда. Discussion instead of extended class. Там также обсуждается философия, но не читаются долгие лекции. Preaching session. И всегда есть часть, посвященная проповеди. Where they make strategies to preach. На которой мы разрабатываем стратегии совместной проповеди членов Бхакти-врикши. Some time for the learning sadhana bhakti. Также у нас есть время для изучения садханы бхакти. Learning japa. Время, когда мы обучаемся чтению джапы. And other aspects of spiritual life. И другим аспектам духовной жизни. And then
taking some prasadam. Затем у нас есть время на вкушение прасада. After chanting and dancing. И также на то, чтобы петь и танцевать. It's allowed in the flat. Если, конечно, квартира нам позволяет это делать. So then, these kind of instructional programs by Bhakti Ananda Krishna Goswami. И вот такие вот проповеднические программы, которые организует Бхактивинода Кришна Госвами Махарадж, дают людям огромное количество милости. Lord Krishna showered mercy on them. Господь Кришна просто проливает на них потоки милости. For all the people who are brought to Krishna consciousness. На всех людей, которые приходят в сознание Кришны. So, ultimately, the goal is to make the world think in a different way. И в конце концов, наша цель в том, чтобы поменять сознание всего мира. To see how the Supreme Personality of Godhead is the friend of everyone. Чтобы люди поняли, что Верховная Личность Бога является другом каждого. He is the enjoyer of all the religious activities. Он является тем, кто наслаждается всеми видами религиозной деятельности. There's only one Supreme Godhead. И есть только один Всевышний Господь. But he may be called by different names. Но его люди называют разными именами. By Orthodox Christians. Православные христиане. By standard Christians. И христиане-католики. By Jews. А также иудеи. By Muslims, мусульмане. Everyone has their some name. В каждой религии людям известны какие-то имена Бога. In their own language. На их языке. In Russian they say Бога, right? Бог. 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 В России говорят слово Бог. And I once was doing a program in Bangladesh, which is about 70% or 80% Muslim. Однажды я проводил большую программу в Бангладеш, где 70-80% людей являются мусульманами. So I had about 15 countries people on the stage. So we had 15 countries people on the stage. И у нас на сцене были преданные из 15 разных стран. I asked them to say the word for water in their language. I asked them to say the word water in their language. Я просил, чтобы каждый из них произнес слово вода на своем языке. And the Hindi said pani. И те, кто говорят на хинди, сказали пани. The French said oo. Французы сказали у. And the Spanish speaker said aqua. Испаноязычные сказали аква. And then, like that, each language had their own word.
Вот так на каждом языке в воде соответствовало какое-то свое слово. What's the word for water in Russian? На русском как звучит вода? Вода. 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 So then I said, say what the word is for Godhead. И когда я сказал, а как, какое слово соответствует понятию Бог, то каждый тоже назвал слово на своем языке. Я сказал, смотрите, есть только один Бог. Как есть только одна вода. Но одна и та же вода называется по-разному. Why not Supreme Personality of Godhead? He also has many, many names. Таким же образом, Верховная Личность Бога тоже имеет множество разных имен. So we use the name in Sanskrit. Но мы используем именно санскрите. But you can use a name in any language. You don't mind. Но вы можете использовать именно в любом языке. Это не проблема. So here we saw how people were chanting. И вот мы видим, как огромное количество людей могут воспевать вместе. And they're dancing. И танцевать. Whether you know or don't know. Зная об этом или не зная. By chanting the names of the Lord, it has effect. Но тем не менее, воспевание имен Бога оказывает на них эффект. And especially the name in Sanskrit is very specific. И особенно эти имена на санскрите, они особенные. Right, personal. Они очень личностно описывают Бога. So, in our Bhakti Vriksha groups, и в наших группах Бхакти Врикша, they chant они Hare Krishna. Воспевают Харе Кришна. They chant Japa. Повторяют Джапу. And they chant Kirtan. И поют Киртаны. Сан-Киртан. Сан-Киртану. And they go on some Харинам Сан-Киртан programs. Они могут проводить программы Харинама Сан-Киртаны. Like Санарат-Ятра. Летние фестивали, Радхаятры. Winter Radhayatra. Winter. Но можно проводить и зимние Радхаятры. And now Bhakti Ananda Krishna Goswami is giving us a number of programs. И вот сейчас Бхакти Ананда Кришна Госвами предложил нам еще набор программ. So, there are many festivals that you have to do. Так что у нас очень много фестивалей, которые мы должны с вами проводить. Someone has to eat all that cake. Но так или иначе, кому-то нужно съесть весь этот торт. But the devotees, they more have to eat all the cake. Но преданные испытывают большее счастье, когда они раздают торт. Still at the end, they get a little. Но в конце им тоже кое-что остается. So, this Bhakti Vriksha program is meant to be spiritually healthy. Эти программы Бхакти Врикши предназначены для того, чтобы мы могли оставаться духовно здоровыми. Prabhupada had said, we should use our intelligence to think of unique ways to engage the people in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорил нам, что мы должны использовать свой разум для того, чтобы придумывать все новые способы того, как занять людей сознанием Кришны. So we are very healthy
to see this unique ways of studying Krishna consciousness. И мы очень рады видеть эти новые уникальные способы того, как может распространяться сознание Кришны. That Bhakti Viksha groups members are involved and supporting are very healthy. И то, что члены Бхакти Врикш участвуют в этих программах и поддерживают их, от этого мы тоже очень счастливы. This way it's good for the preaching. Это хорошо для проповеди. Good for the Bhakti Vriksha devotees. И это хорошо для самих членов Бхакти Врикш. And also the new devotees, most of them will go be members of Bhakti Vriksha. И также большинство этих новых преданных тоже будут становиться членами Бхакти Врикш. And they'll all participate in the future festivals. И затем все они будут принимать участие в следующих фестивалях. So it's a win-win program. Так что это программа, в которой все выигрывают, все получают благо. This way, the Bhakti Viksha groups take care of all these members. Таким образом, группа Бхакти Врикша заботится обо всех своих членах. It's a big family. И это большая семья. They take care, they are friendly, they're nurturing. В которой мы заботимся, взращиваем. If someone doesn't come one day, they've grown up. Is everything all right? Если кто-то из членов Бхакти Врикши один раз не придет, то обязательно мы будем ему звонить, спрашивать, как у него дела, все ли у него в порядке. Not in an accusative way, in a friendly, caring way. Мы будем говорить ему это не тоном обвинения, а очень дружелюбно, с беспокойством. This way people feel that they are wanted, it's their group. И таким образом люди будут чувствовать, что они нужны, что это их группа, родная. I'm very happy to see so many devotees come to Mayapur. И мы очень счастливы видеть, что так много преданных приезжают в Майяпур. And participate in the festival, participate in the Vrikrama. И принимают участие в Майяпурском фестивале, принимают участие в Нодивамандала Парикраме. So thank you all very much for being a part of this Bhakti Vriksha program. Поэтому спасибо всем вам большое за то, что вы принимаете участие в этой программе Бхакти Врикша. This mother just says that she is an artist and she came with the examples of her art and she wants to know how she can be used in this temple, new temple project. Not exactly a public question. Но это вопрос, собственно, не для публичной программы. But you can see Sridham for this exhibition site. Вы для этого должны встретиться со Шридама Дасом, который отвечает за выставочную часть. He's the manager. Он отвечает за эту выставку. And you can see Sadhguru, if he needs any artists for the main temple construction. They need, you can see Sadhguru, if they need any
И также можно сказать Садбуджи Прабу, который руководит строительством. Им нужны художники для... Then, для того, чтобы расписывать основной храм. Afterwards, Sini to tell me what happened. И уже потом, когда вы встретитесь с ними, обсуете, вы можете прийти ко мне и рассказать, к чему вы пришли. What's your name? Как ваше имя? Сурабхи? Клара. Пока еще. Your name is Bhaktin Clara. Bhaktin Clara. Clara. А вопрос, связанный с Бхактиврикшей, какой-то есть? Пока Махарадж здесь. Уникальная возможность. Today Chaitanya Chandrasekhar Prabhu told us a lot about setter, devotional setter. How devotees may do dramas, and it can be very effective preaching. And Shachinay Prabhu asked how we can implement this setter in the Bhaktivriksha, how to do it in practice. Вопрос в том, как внедрить на практике, внедрить театр в Бхактивриксе. It can be implemented. Театр вполне может быть задействован в Бхактивриксе. On a small scale. В небольшом масштабе. Or a bigger scale. Или в большом масштабе. Each group could even have a brief skit or two. Каждая группа Бхактивриксы может ставить какие-то сценки, одну-две сценки ставить. Somehow the discussion of the day. Прямо на самих занятиях, чтобы подвести итог тому обсуждению, которое происходило в этот день. Many groups, a circle or a mahachakra. Или вместе несколько групп, которые формируют одну чакру или махачакру в системе Бхактивриксы. Good actors or actresses. Можно собрать со всех групп одного округа лучших актеров и актрис. And make some drama for the next. И сделать какой-то замечательный спектакль. Bhaktivriksha Festival. Например, для фестиваля Бхактивриксы. Or Temple Festival. Или для какого-то фестиваля, который будет проводиться в храме. Or preaching festival by. Или для проповеднического фестиваля. Такие, какие проводит Бхактиананда Кришна Госвами Махарадж. Рива. Последний на сегодня вопрос, пожалуйста. Вопрос. The question is, will you come to Russia this year? It's the best question, actually. I would like to come twice this year. В этом году я хочу поехать в Россию два раза. И мы сейчас пытаемся разработать необходимое расписание. The idea is to attend the Black Sea Festival. Black Sea Festival. В этом году мы хотим приехать также и на Черноморский фестиваль. Фестиваль Саду Санга. But since Bhaktivriksha Festival is my
part of my GDC assignment as minister of congregational preaching. И также фестиваль Бхакти-врикш, потому что посещение таких фестивалей является частью моей ответственности как министра развития вайшнавских общин GBC. So, I'm trying to also attend that. Поэтому в этом году мы пытаемся приехать и на фестиваль Бхакти-врикш, и на фестиваль Саду Санга. But to attend both, I may have to cut down the days. Но чтобы посетить оба фестиваля, придется уменьшить количество дней на каждом. Чуть-чуть. Немножко уменьшить. Чуть-чуть. А фестиваль Бхакти-врикш этого года планируется во второй половине июля. Точные даты скоро будут объявлены. Это или под Москвой, или под Нижним Новгородом. Но в любом случае фестиваль состоится. Международный фестиваль Бхакти-врикш. Вторая половина июля. Условия расселения будут лучше, чем в прошлом году. Это точно. Всех приглашаем заранее на фестиваль Бхакти-врикш и также на Черноморский фестиваль, где примет участие Васвичайся Джапатака Махарадж. И также завтра утром здесь лекция Джапатаки Махараджа «Русский Бхагаватам». Пожалуйста, имейте в виду. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.